Спасибо. Знаешь, Миш, как у меня теперь мой список байеров выглядит? Я знаю, что их там до хрена, но я не хочу ими заниматься, потому что это шмотки, которые У меня падают человек максимально. 20, которые на одну и ту же шмотку записаны. Ну, я к тебе отправлял только лишь, который прилив, башка, катушка, А, что-то это я еще. видел, да. Лок. Остальных я не знаю, кто это. Короче, он выяснил, что все в сумме выйдет порядка 250 тысяч с учетом скидки, и сказал, спрошу у другой гильдии. Ты же ему 240 написал. Ну, 240, да, грубо. Я не помню, там что-то писал, 240 или 250 в сумме выходил. Там со скидкой на шапку и на прилив. Ой, тебя суммонили? Ну, блин, там такие запросы, правда. Все, что ссылка падает, все, что редкое. Дайте хоть какие-нибудь баф. Ой, это Тасу, Кирс. Ты что там, спишь? Кирс. Монти Просыпайся. первый групп. Отдал ранее. Да, я сегодня работал, и меня параллельно еще в ЗС-ку суманули. Говорят, нам опыт без тебя никак нельзя, там 5 человек на замене еще. Что, он каски мало? Да, кулак хочу, вага. Ой, я в танке ничего не знаю. Ну Розария тогда раздай каски. Кровать у тебя жахнуты, да? Кулаки. Да, уже ставлю, сейчас. Да. Тогда Розария каски. Не, Ладно, Розария ладно. МП5. Конь, я так уже и понял, что мне все гильдии всех байеров сливает. Просто это по КД. Не знаю, кто мне пишет, я либо Кирсу, либо к Фараду отправляю сразу. Аналогично. Про Дис пишут, он в чате авторизировать просит. Что? Че, посмотрим. Это Телмур? Где он там? В гостин. Так у него есть авторизация. Да. Все, блин, у меня сейчас каски нет. Сейчас дам. Дай ебу. А мне, знаешь, вот интересно, вот в этих списке нерфа. Абуз короля лича, это что? Это когда дают БР и СС, и когда закат затягивает в комнату. Ебать, абуз, вот это абуз. Понимаю. Так это потому что на X1 убили Драквича. А да. чё, Неликс, прожми, приступав, пожалуйста. Именно из-за этого. А типа то, что так на оффе убивали их, нет, и не волна. Кват, давай уже, бля, все готово. Кирс, через 3 секунды я забираю обратно. Фу, блин. Сказал бы, что ли, хочет трейд. Я там читаю, что изменить. Он бы дальше, я бы забрал. Кирс, ты не сова. Конечно. Я там сегодня сходил на Грул Магика, посмотрел, как там варов падает. Что-то как-то 32к, я не думаю, что это типа, какой-то нет. Там, по-моему, Фуриков. Фуриков уже в третий раз по нерфе.
А софт об... Как бы он должен еще сильнее бить, его сильнее. Армс уже хрен знает сколько раз апают, а он Фурика догнать не может. Бесполезно. А магов нерфнули или это... Там... Ну, по сути, апнули, но очень сомнительно. А по-моему, писание перепутали с апом, блядь, с нерфом. В смысле? Ну, в смысле, хотели апнуть, но написали. Ну, тебя такой стал цветом. Да, это он. Там ну, две два сплапа, да у нее. Новая анимация. Две. Прощайте старые компьютеры. Может быть красиво. Ну да. Получше, чем у Фростмаг, да. Который да. Там при мне. Вот а там. Теперь это еще добавилось, да? О, звездный огонь. Тут воронки ролятся там так же. Да, ролят. Один типа по таргету, второй по УЕ. Вот эту фигню вместе с Фростмагом. А, еще Дестрик. Вот. Остался Салем. Давай, Эль. Получай. Спасибо. Ничего не видно. Я наугад вообще бью, там где-то спина вроде есть. На ощупь иси. А давайте еще вернем старые баги анимации и пойдем на лечок. Ген сегодня не будет? Не, не знаю. Сейчас ему напишу. Да, наверное. Ну, типа, можно Алара еще убить, что тут птички мять. Надо, одному. Короче, Фуриком сделать анимацию на вихрь, чтобы у Милику, блядь, зависало нахуй. Монитор, блядь. И тогда Милики и Фурики, они в ДПСе. А мне вот одно интересно. Они специально все вот эти плашки понерфили обычно? Спустя сколько? Два года? Угу. Я сейчас просто смотрю. Я, в принципе, половину этих ласок в рейде. Смысл их нерфить вообще. Зато мы с той крепости апнули. Теперь ты бы лучше покилил. В смысле, я в ДД. А, ну клево, у нас лучше бы покилил. Я не в хилой игры. Сколько раз падал щит? Ни разу. Щит? За то, когда ты его забрала, и все. Больше его не было. Зато уже, по-моему, три триньки выпало. Она тебя троллит просто. Не-не-не-не-не. Я конкретно для сядь отвечаю. Вы про роботовский щит? Угу. Ни разу не видел. Чё, падал? На хила падал. То ли на ФК, то ли на втором убийстве. На да, втором, на втором. Я забрала... Жужин, ты так не радуйся. Сейчас там скрины покидают, вас понерфят. А... Пусть рад. Причём пускай... не понерфят, а ещё поломать сверху. Пускай забирают. Ещё и убьют вообще. Как у них обычно, блядь, нерф это поломка. Персонажа сразу. Ну, знаешь, это как с Элимом было. Вначале убили в хламину, потом чуть-чуть апнули, потом чуть-чуть еще раз апнули. И были более-менее нормально. Так, соло, такая же хуйня происходила. Их апали, потом, блядь, ломали, нахуй. В итоге как-то сбалансировали дамаг. Теперь сейчас опять апнули, и в итоге опять поломают хуям. И... Этих не надо. Стайки надо. Конь очень быстро сказал. Я просто ты говори, вижу щит уже коварный. Как мне настолько приятно. Го все анимации подняли. Да. Го каждому классу по анимации да. Кстати, Кават, чё там, нормально ты с Агром? Да именно. Что собрал? Новый топ ДПСер, все? Ну, пока да. Ну, посмотри урон по трэшу. Вот один бак, они полтора ляма почти на меня. Блин, я тоже так хочу, чтобы было две билки, одна под АУЕ, вторая в соло-тарге. Справедливо, да? Вот, типа, прикинь, землетрясение только в соло-тарге, это вообще имба было бы. 500 шипов в одну цель просто разом.
короче, был абузом, теперь стал топовым абузом. Что тебе не нравится? Он первый по ДПС, вообще крутой пацан. Это, Жужи, сегодня за скрень и в рамочку поставить, что когда-то сова была, стала топ ДПСом, на следующий день ее понерв. На трэш? А прикинь, сейчас он на боссе. Посмотрим, как на боссе будет. Не, на боссе так. Девки там скриншоты кидайте, что ЖНН топ-1 по ДПС. Сейчас сова залетит сюда сразу. На чарже воровском. Он только обрадуется, зайдет и там понерфит, ну-ну. А что будет, если там кислый зайдет, блядь, с своими брулями нахуй? Кислый всех нагнет. Это факт. Кислый, он кислый. Помнит, какие кнопки там жать. Да вот я тоже про это. Да ладно уж, быстро вспомнишь. Чё ты убежать? Кнопка. Дойдёт, пойдёт смотреть гайд, как играть с тобой. Один прокнуло. Гнев жмёшь, второе прокнуло, чё-то бумная конь. Кто там сказал, если на трассе не скидывается? А зачем? Я уже четвёртый раз сдохну. Поль, изи, 38 тысяч хп не пробивает. И бил пул на защиту просто, на уменьшение урона там. Да, а чё вот эта фигня теперь больше бьёт? Вы бы лучше откидывали мобов соло, чем... Вот так. Смотри. Падает. Минус Полины, минус Шторм, а у меня ещё пол хп. Ну вот, я и говорю, что он тоже помирает. Что это за столб такой над мобом? Что это такое? Сова. Сова в помойку называется. Сука. А боссы ещё больше жгут, там фрейм большой у него. Пиздец. Знаешь, чисто как это, Звездные войны смотрели же? Ну, чисто Звезда Смерти. Последнюю серию. Где Палпатин там живой? Да не обязательно. Можно и старую трилогию. Да не, это больше на мост и Стора похоже. Когда вот этот столб телепортации. Танки! Шевелите жопами, Кават не один. Танки друг друга резают, пока вы все там стоите. Понимаю. Правильно, шаманы, в сторону я бегаю. Не, ну выглядит прикольно, конечно. А потом хилы. Такие анимации делают. А сколько у нее КД вообще? Что я этот столб слишком часто вижу. А потом хилы кричат, что хилить нечего, да? Конечно, главное кричать. Я бы вообще бафнули, я бы столько не дохла. Ну вот это опять скажут, зачем я... Я тебе дал крик на хп нормально теперь. Спасибо. Крик на хп это полно. Чисто показываю рекаунт совы. Первые три скилла это ты 5. Что это, звездная вспышка? А что это такое вообще? Это обилки новые на сову. Да тут сразу замечательно. Не, ну прикольно. После свистопа. Предлагаю, пока не понерфили, на третьего босса идти. Ну. Я тоже свои совы зайду. Логично. Только у меня опять там. Давайте к сесовами позаходим. Это как это. Вчера новость была, что в эпохальном режиме в 25 друидов медведей язык. Там говорят сложный контент. Прикольно, сначала он сразу бахнули. Там и первый это кулак. Правильно? Смотри, когда бьешь с кулака, кинется лучше. Это понятно. Блин, я просто смотрю на размеры этого луча с космоса, чисто реально спутниковые на людей. Звезда смерти. Звезда смерти. Новая билка совы, звезда смерти. Так она еще и дотает при этом, я вот сейчас смотрю, дотки висят. Вот это вообще топово. За full inst, Жужика, гнев набил всего 3%. Ну знаешь, что нажимать. Чтобы тебя... Он этот столб не кастует, что ли? Просто повесил, он сам поможет. Это как в инхе, поставил тотем, идешь курить.
Ой, чё у тебя голос опять? Ты тоже два скилла ты 5 поставил на панельку, пошел курить. Почему-то скидывается вот это вот говно. Шумоподавление это ебучее. Почему оно скидывается, я не знаю. Законтрольте мобат. Все, фир. Знаете, как на дискотеке цветом музыка вон совы включает, смотрите. Причем, смотри, там какой-то зеленый кружок, да, еще появляется, потом луч падает. Шара не хватает. Это. Да, да, надо, да. Надо, знаешь, это без урона сказать, пусть следующий скилл кому-нибудь запилит дискотеку. Не, надо фаермагом, короче, еще добавить метеор, как бы раскрыть. И вообще... И чтоб оттуда еще элементали вылазили, да? Да, да, да. Как на Халионе, да, и чтобы они росли. Да уже там еще. Чтобы они не растали. А чё? Смотри. Третьего метеора Халион вылазит. И сам стоит. На Халионе кидаешь метеор, падает метеор, вылазит элементали и начинает друг с другом драться. Да, да, да. Даже трэш заливать не надо. Под такую цирковую музыку. Та-та-та-та-та-та. Контроль ты мог так. Булки сжимай. Короче, Кирс, этого бафа хватает ровно, чтобы накидать шаров. Чисто под взрыв, да? Ну, типа вот... Как раз, и потом уже надо глыбу выпускать. Ага. Ну, короче, понятно. Я просто со своего макроса его под взрыв ставлю, да, и все. По идее, да. А какой-нибудь эффект анимации вокруг тебя появляется? Я не смотрел, но вроде нет. Аниме появляется, хентай вылазит. Гидромедра появляется рядом со мной, танцевать начинает. Подожди, Някри. Омерзительное зрелище, по-моему. Чисто название. Омерзительная восьмерка. Чё можно говорить? Сова, Элим, Фаермаг. Какого там ещё анимат? Не, Элим очень понравился в данном наличии. Просто супер, ты согласись? Вот я опять померла. Ты знаешь? В Карри Хэмке они же этот ее не чинят в принципе. И получается, что там тоже эта лужа все-таки багается. Проверено. Роботы. Дал отражение, он другой каст поставил. Что посылал сразу призрак. Снимите баны. Видите, как порезали фурик. Арм Сильвери. 12 косарей. Хорошо, что у тебя есть спирт там. Тут его автозак его добил. По-моему, ничего не Ты бы сегодня на охоту пошел бы, ты бы охуел, там эти, как его, блядь. Какие эти, блядь. Короче, ВК 25-ки, там две бабы есть, я как их, блядь, две бабы. Ну, короче, перед Анубом. Вальдирия. Как их говорит? Войда ваншотного. Так я был с вами. Причем не ВК, а их просто 25. Господи, Иисусе, подкиньте, умоляю. Шивы отдал. Господи. Протовар просит помощи. Протовар умирает? Протовар просит помощи? Ладно, я пошутил, можете идти там. Другого босса побейте пока. Этот робот убил. Протовар не знает боли. Подвар еще лучше, подвар вообще нихуя не знает. Ну что ему это не надо, блядь. Зачем что-то знать, когда можно просто ударить и все убить сразу. Миша, интеллект ему бахни, может что-то запомнить.
Я как Чак Норрис, сколько агро набрал? Все. Самолет. Да это на Кличко больше походит. На роботе два раза агро до бесконечности набирал. Ну, блядь. Ну что, ставим ставки, у кого сгорит? Ну что, узелки? Да? Обязательно. Про товар настолько суровый, что когда робот на нем 10 стаков набирает, то он сам. У кого это крики на хп? Быстро сколько? Неликс, давай мы тебя в ДЦшку спик. Лага, какая ставка, что сейчас протопал будет, знаешь, чтобы он взял ли манускрипт вот такой вот 200. Он 205 ДЦ. Какой коват манускрипт? Не, ну а чё бы не... Он всегда был очень неплохим. А теперь он вообще в протопале имбовый будет. Через сколько они начнут ныть, чтоб 290 такой сделал? Можно у меня суммон? Меня устраивает манускрипт на... Впроте. Сколько бы мне кажется, какие-нибудь холипалы не ныли, лучше, чем 200 этот манускрипт, по-моему, не сделают. А чё, а кстати, я смотрю, у нас сегодня ни одного ДЦшки в гильдии в сети нет. Появится. Он записал, что ему 10-15 минут скоро зайдет. А я не читал. Шамана. Кулак. Кулак, не забудьте бахнуть мне, пожалуйста. Не забуду, обязательно. Слышь, Неликс, дай точечно мне стамина. Вот эту синенькую. Новый баб? Пойду портанусь, короче. Вот опять. Сманите, пожалуйста. Чё сейчас саппорт даёт? 90, да? Это алхимия вкачана. Без алхимии. Фига ли 90? 75 он как стандартный, типа, и плюс... Короче, там что-то 130 должен давать. Ничего себе. А я давал 180. Так, ладно, еще раз прошу, сколько саппорт сейчас дает? 75. А со вкачанной алхимией выученным рецептом 130. Сколько? Ровно 130, да? Да. Ага. Так, вы мне лучше скажите, мне в хиле или в ДД? Странный вопрос. Вопрос, Кирс. Я просто смотрю на количество хилов у нас в рейд. 4 штуки. Ты у нас будешь 5-й, Элбрио 6-й. Все пока. 95 совкачанная ухилка. Зачем я ухилки в элемент скидываю, я даже не знаю. Я что вам написал? Сверху посмотрите в этом, блять. Кто усилки не перекинул, самое время это сейчас сделать. Эпик. Ты с голосом? Можем ниже пойти, ты мне скажешь, я не понимаю просто. Пошли. Давай. Прошлый раз секунда в секунду убили. Как раз манну всех хилов. Ну сейчас же Нуэн Соул его убьет вместе с Энджи. А чё, если нет, на люстре повесим. Две совы. И сова в соло сломает.
лицо. Серега, можешь спуститься к нам? Что там за обновление? Ребята. Привет. Дайте я убрал спать. Сейчас, подожди, тут обновление какое-то на 81% зависло в загрузке. Не, на автоматику он стоит. Поздравляю, у меня сегодня до 80% 4 раза поднималось и скидывал. Элбрил, зайдешь кого-то, плюс один патч сразу даст. Элбрил, теперь поменялись ДПСеры, топ ДПСеры теперь слова. Лишь бы хилов не трогали. Лишь бы хилы не ДПСили. Дайте к маге портал Даларан, пожалуйста. Там, кстати, тебя, Эбрил, апнули. Да, у тебя теперь хвост да. Растает и бьет босса. Малый этот... Круг исцеления на 200% хит. На два раза больше, что ли? Ага. Угу. Блин, пиздец, я там смотрел у этого, у кого? У панечки, у него там, блин, малый круг исцеления на первом месте, он больше обычного круга исцеления, процентов на 30 хилил. А кто сказал, что это не апнули? Не чем он там накручивал. Он зачеркнуто, значит не апнули, скорее всего. Неликс, там было написано 100%, теперь дает 200%. Ты посмотри, что здесь зачеркнуто. Скорее всего, значит, это не сделали, не реализовали. Ты где за что зачеркнуто? Ну, блин, вот написано, в 4 часа этот Джерон писал. Да, зачеркнул он. Чисто престол зачеркнул, вот, цвет. А-а-а, все, вижу. Я просто когда заходил, такого не было. Не теряй самообладание. АФК, что можно еще? Нет. Элбрил, обновляется клиент? Еще не готов. Да, пытаюсь. Я думаю, я успею наличаю. Выбирай быстрее. Я думаю, я кожевку успею прокачать за это. Покурите минут 5. Серега, у тебя там медленно скачивается или что? У меня комп включен, он на автомате качает, но я вот сейчас пришел, у меня на 81% стоял он. Лаунчер закрывай и снова открывай. Закрыл, открыл, не закачал, сейчас комп перезагружаю просто. Не надо комп перезагружать. Ну, пробовал я, не